Вот вам по традиции кайфующий батон. Вот. Он понял, что такое, когда чешут щечки. Он, видимо, этого не знал. Ему, в общем, нравится, когда мы щеки чешут, как и всем кошачьим. Все у нас хорошо. Глазки течь поменьше стали. Уже не та фигня, что раньше была. Есть чуть-чуть, но это чистится. Нос тоже не течет. Это переход, короче, на корм. Royal Canin. Вот сосиски я ему не всякие не даю, никакой фигни не даю. Только Royal Canin, ну и паштет брит. И ему становится лучше. Это, скорее всего, аллергическая реакция была именно на домашнюю всякую еду. Да, тарахтит, лежит. Вот. Любит он, когда его гладят. Но он током, правда, бьется, пипец. Ну что, как у вас дела? Кис. Кис. Кстати, его можно гладить даже без рук. Ему говоришь что-нибудь такое приятным тоном, и он начинает зажмуриваться от удовольствия, лапками начинает. Ну, вот так вот, как они делают. Да? Киса. Киса, батончик. Батончик. Ну, ты мой хорош. Ты мой маленький. Ты мой хорош. Батон. Ты мой хорош. Ну, сейчас он не хочет. Это он вечером бывает. Лежит где-нибудь вдалеке, мне до него лень идти. Я его ласковым словом говорю. Он удовольствие получает. Ну, как бы не зря поговорку придумали. Доброе слово там, и кошке приятно. Да чё ты все время в другую сторону крутишься? Крутись в эту. Да. Током прям бьется пипец. Ну, и с этим ничего не поделать. Я углажу, и когда у головы задеваю, то есть один прокрут такой, у головы задеваю, и вот щелкает, щелкает, постоянно щелкает, щелкает. Ложись ты, все нормально. Антистатиком его не обработаешь. Влажными только руками его гладить. Но ходить постоянно руки увлажнять, чтобы кота погладить. Ну, можно, конечно, и так. Сейчас ему миску железную купил для воды. Что пластик это херня полная там. Он ядовитый. В долгосрочной перспективе даже пищевой не очень. Там всякая херня, микробы образуются. Давай, иди сюда. Поэтому я в железных тарелках его кормить буду. Да, батончик. Батон. Усики у него, не знаю, отрастут, не отрастут. Неизвестно. Надеюсь, что да, вон какие-то есть огрызки. Наполнитель я поменял. Я сделал вообще микс силикогелевого слой. Потом такой камнепесочный слой. Потом мистером фрешем посыпал антизапах, который сверху древесный. Потом решетку и еще раз древесную. Потому что он привык в этих опилках рыться. Пусть как бы лучше опилки разносят, чем запах. Да, кис? Какой он. Он как пес какой-то. Чем как пес? Вот. А то я что-то вчера видео не выложил. Устал, как собака. Как кот. Да, вот сегодня вам выкладываю за вчерашний день. У меня лапки такие шершавые, как будто отморожены. Ну, вполне возможно. Да. Ладно, с котом все в порядке. Спасибо, что следите за его жизнью. Он всем доволен, получает все необходимое. Все, до новых встреч.